Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения. Историческая песня, отрывок. «Как в старом-то было городе, во славном и богатом Нижнем, как уж жил тут, поживал богатый мещанин Кузьма Минин сын. Он собрал-то себе войско из удалых молодцов нижегородских купцов. Собравши их, он речь им взговорил: «Ох, вы гой еси, товарищи нижегородские купцы! Оставляйте вы свои домы, покидайте ваших жен, детей, вы продайте все ваше злато, серебро, накупите себе выстроих копьев, булатных ножей, выбирайте себе из князей бояр удалого молодца, воеводушку, пойдем-ка мы сражайтесь за матушку, за родную землю». За родную землю, за славный город Москву. Уж как выбрали себе молодые ратнички, нижегородские купцы, выбрали себе удалого молодца воеводушку из славного княжеского роду, князя Дмитрия по прозванию Пожарского. Уж повел их славный князь Пожарский за славный Москву-град сражатися, с поляками войной бронитеся.